Профессиональным праздником, Днем Учителя, поздравили своего педагога, учащиеся одного из начальных классов школы номер 3 Ленска. Их учитель Ольга Ляхова очередной профессиональный праздник встречает в новом статусе. Ей присвоили звание «Заслуженный учитель Республики Саха-Якутия». На уроке у Ольги Александровны побывали наши коллеги. К своему новому статусу еще не привыкла. Звание получила неделю назад. Для учеников это мало что меняет. Ольга Александровна была и остается любимым наставником. Ольга Александровна очень хороший учитель, она очень хорошо объясняет. Каждый урок мы смеемся, нам очень интересно узнавать что-то новое о каких-то новых темах. Чтобы было интересно, педагог с первых дней ребенка в школе своими методами пробуждает интерес к знаниям. Контингент сложный, вчерашние детсадовцы. За 29 лет работы в школе Ольга Ляхова вывела свою формулу для малышей. Конечно же, нужно общаться с ребенком, читать книги, обсуждать прочитанное, предлагать различные развивающие задания. Сейчас, слава богу, очень много продается дополнительной литературы в магазинах. Можно покупать и общаться. Обязательно игры, развивающие игры, ролевые игры с детьми, как бы, чтобы дети умели общаться друг с другом. Эти методы Ольга Александровна применяет и на уроках. Они проходят занимательно, каждый ребенок включен в процесс, не стесняется высказываться. Даже если ошибется, учитель мягко поправит, ругаться не будет. Дети на работе, дети дома. Ольга Александровна – многодетная мама. У нее 3 дочери. К ученикам ее не ревнуют, понимают. Их мама навсегда останется в сердцах многих ребятишек. Первого учителя помнят всю жизнь. Олеся Васюва, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».